Здравствуйте, уважаемые зрители! Надеюсь, вам, как и мне, радует новый сериал «Бим», который выходит на телеканале НТВ. Заключительные 4 серии сериала, а именно 17, 18, 19, 20, мы сможем увидеть 14 января. Лично мне очень пришелся по душе «Бим». Эта порода собак меня удивила преданностью и умом. Напишите, понравился ли вам пес по имени «Бим». Что же ждет нас в конце сезона? В 17 серии в сауне задыхаются бизнесмен Рошанский и начальник его охраны. В ходе экспертизы выясняется, что они отравились ядом, подмешанным в чан с водой, которую льют на камине. Также пострадал охранник, находившийся снаружи, но он остался жив. Семен его допрашивает, но охранник ничего не видел. Подозрения падают на молодую жену Рошанского, но и она не убивала мужа. 18 серия покажет нам историю, как парень находит на пляже под лодкой труп мужчины. Полиция начинает расследование. В полицейский участок приходит Черенков и сообщает, что заместитель начальника порта Киселев требует у него взятку. Киселева пытаются поймать с поличным, но ему удается скрыться. Позднее он приходит в полицию и утверждает, что его подставили. В 19 серии двое парней пристают к девушке. На их крики прибегает полиция, и один из парней бьет ножом полицейского. Хулиганы оказываются наркокурьерами, работающими на Сазона. В это же время в мединституте убивают профессора Маслова, пристававшего к студенткам. Полиция узнает, что в городе появился новый вид синтетических наркотиков. Макар, Леша и Семен выслеживают наркокурьера Суслика, который узнает для них информацию. В заключительной 20 серии на винзаводе находят труп охранника Васина. Полиция выясняет, что недавно его жена ушла к другому и подозревает в убийстве соперника, но версия не подтверждается. Леха узнает, что у Васина была квартира в Москве, которую он получил как обманутый дольщик и недавно продал. Подобных владельцев столичной недвижимости в городе отыскивается еще человек 30. Но денег на московскую квартиру ни у Васина, ни у других нет и никогда не было. Макар догадывается, что он с коллегами вышел на криминальную аферу с недвижимостью, которую крышует высокое полицейское руководство в Москве. Конечно же, продолжение следует, но узнать дальнейшие истории расследований мы сможем уже во втором сезоне. Напишите в комментариях общие впечатления о сериале. Приятного просмотра!